Олежки бегут гей-гей-гей-гей. Як уток счастью везут гей-гей-гей-гей. Товарищ Ивашов? Я не ошибся. Да, это я. Но я вас что-то не припоминаю. Неважно. Я все-таки хотел бы знать. Мы одни? Да. С кем имею честь беседовать? Вы, кажется, собираете коллекцию медных монет. Да. Теперь, кажется, я вас знаю. И все-таки я не знаю вашего имени. Приступим к делу, капитан. Что вам от меня нужно? Передать по вашему передатчику мою радиограмму, только и всего. О чем? А вот это вас не касается. Передавайте.
Вы, кажется, забыли, что я вам не подчиняюсь. Если моя любознательность вас обременяет, идите на телеграф и передавайте оттуда все, что вам угодно. Вы не мой шеф? В конце концов, у нас с вами шеф один. Да и содержание радиограммы для вас некоторым образом не безразлично. Речь идет о подводной лодке «Пионер». «Пионер»? Да, дорогой капитан. 8-го в 15:30 из Ленинграда подводная лодка «Пионер» уходит в свой первый рейс. У вас достоверные источники, вы не ошибаетесь? Не могу же я не знать день и час отплытия своего корабля. Вашего корабля? Да, моего корабля. Ну, а теперь к делу. Где ваш передатчик? Я вас слушаю. 8-го выезжаю в отпуск. Человек в черном клеенчатом плаще и шляпе. Когда ушел? Не уходил еще? Хорошо. У Ивашова кто-то в гостях. И именно в этот отрезок времени нами перехвачена радиограмма. Понимаю, товарищ полковник. Кого послать на операцию? Старшего лейтенанта Карцева. Слушаю, товарищ полковник. Значит, вы уверены, что «Пионер» пойдет в район гибели теплоходов? Убежден. «Пионер» пока единственный в мире подводный корабль, на котором возможно исследование больших глубин океана. Похоже на правду. Но чтобы вовремя сообщить своим о месте пребывания «Пионера», вам надо знать точные координаты корабля. А командование наверняка засекретит курс лодки. Где же вы добудете эти данные? Да, в подводном плавании я новичок, но я надеюсь, что... Они пришли. Спрячьте. Идемте. Откройте, Ивашов. Прощайте, капитан. Ваша явка, пароль. Рига, гостиница «Интурист», администратор Сидорина. Пароль «Наша монета» для телеграмм «Анна». Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, все забываю вашу фамилию. Скворечный, товарищ инженер-механик. На корабль? Да, хочу сначала забежать на почту, дать телеграмму. А вы? Ну, мне, собственно, торопиться некуда. Думаю, вот забежать в гастроном, да и попрощаться кое с кем. До скорого. До свидания. Специальная спусковая рулетка, товарищ полковник, была обнаружена на балконе Ивашова. Действует более чем на 50 метров. Спуск возможен даже с 10-го этажа. Очевидно, он держал ее для себя, но в трудную минуту дал лонжу сообщнику, а сам решился на самоубийство. Что-то мне не верится. Думается, майор, что мы упустили с вами опасного врага. Это был он. Кто, товарищ полковник? Кто? Пока мы знаем только одно,
что это был человек, который пришел к Ивашову, и которого Ивашов решил спасти ценой собственной жизни. Меня интересует другое. Который из них передавал радиограмму? Что же это меняет по существу, товарищ полковник? Очень многое, майор. О выходе пионера в дальний подводный рейс знало только командование флота, мы с вами и командир корабля Воронцов. А в радиограмме указана точная дата выхода корабля. Ох, если бы Ивашов остался жив. Кстати, куда доставили труп? Полчаса назад его отправили в морг. Я прибыл к вам. Полковник Базов слушает. Какие приняты меры? Продолжайте делать то же самое во всех направлениях. Действуйте. По дороге в морг труп Ивашова исчез. Подозревают, что он воспользовался привилегиями машины скорой помощи. Сейчас же займитесь розыском Ивашова. Взять под наблюдение все виды транспорта. Вплоть до кужевого. Выполняйте. Есть выполнять. Еще один потерянный след. Ну, это как сказать, нет худа без добра. Да. Мертвый Ивашов для нас бесполезен. Живой же, если он не ухитрился умереть вторично, всерьез, он будет передвигаться и, естественно, оставлять следы. Нам нужно с вами подумать о незнакомце в плаще. Что, если он... На лодке пионер? Да нет, не может быть. А если он действительно там? Что тогда? А тогда нужно задержать отплытие лодки. Это невозможно. Лодка выйдет в назначенный день и час. Необходимо срочно установить причину гибели теплоходов на месте. Так что же делать, Василий Иванович? Обезвредить врага на самой лодке. Да, но для этого надо знать врага. А вы вспомните радиограмму. Если встречу брата, сообщу дополнительно. Сообщу, понимаете? Значит, враг на лодке. А из подводного плавания сообщить штука непростая. Надо ухватиться за это звено с помощью капитана Воронцова. Вы вызвали его? Да, товарищ полковник. О, уже утро. Перестаньте стучать. Это мое постоянное занятие. А, постоянного ничего нет. Я вчера был музыкантом, сегодня покойником, а завтра, возможно, буду курортником на Рижском взморье. Лучше возьмите чистый лист бумаги. Вашу работу в конструкторском бюро я хорошо оплачиваю. Пишите. Рига, набережная 69, Сидориной. Днями приезжает брат. Дальше. Встречай, Анна. Все? Там поймут.
Одевайтесь. Нам удобнее выйти вместе. Это последнее, что я от вас требую. Остальное придется сделать самому. Не лучше ли вам передохнуть здесь? Спасибо, я тороплюсь в гости. Ага. Проводите меня. А может, это опасно? Вы пойдете один? Нет, мне так удобнее. А потом отправите телеграмму. Но какая нужда во мне, Василий Иванович? Действительно нужда. Скажи мне, кто кроме тебя знает, что твоя лодка должна выйти именно сегодня? Кроме меня никто. Никто. Знает еще и враг. Как? А как же с выходом? А выход не отменен. Вот этот пакет вы вскроете на месте гибели Арктики. Я надеюсь, тебе известно, Василий Иванович, что у меня команда смешанная. Да-да, знаю. Добро. Тех, кто на суше, это мы проверим сами. А тех, кто на лодке, ты возьмешь на себя. Мы тебе поможем. Хорошо. Товарищ капитан первого ранга, прошли Балтику. Идем в позиционном положении Северным морем, курс Норд-Вест, скорость 27 узлов. Добро. Идите отдыхать, Петр Мартынович. Как настроение команды? Прекрасно, товарищ командир. Матросы заняты по расписанию, свободные от вахты, отдыхают в кубрике. Спокойной ночи. Спасибо, Николай Борисович. Центральный пост, иду на погружение. Глубина 300 метров. Широкое море, простор голубой, волна на волну набегает. На палубе мечтает моряк наш молодой, дом вспоминая родной. Скорее в родной любимый край, милой привет передай. И правду узнает моряк молодой, со дна океана достанет. Вернется он с победой в любимый край родной, ей ненаглядной одной. Вылети, лети, качайся песня, лети, да, быстрее. Чистый поскорее в родной любимый край, милой, привет
передать. Хорошо вы играете, товарищ. Фу ты, черт, опять забыл вашу фамилию. Скворешня, товарищ инженер-механик. Андрей Скворешня. Ага. Наградил же папаша фамилией. Даже девушки смеются. Да и руки у вас, товарищ Скворешня, прямо скажем, не матросские. Деликатные ручки. А я на подводной лодке действительно впервые. Но, между прочим, я этими вот ручками подковы сгибаю. Серьезно? Да. Что вы говорите? Ребята, а что у нас делают с хвостунами? Привязывают к шкоту и опускают в море для охлаждения воспаленного воображения. Не смешно. А как же насчет подковы? Придется доказать. Ну ладно. А ну, ребята, кто хочет со мной поздороваться? Давайте попробуем, товарищ старшина. Товарищ старшина, у вас нет желания попробовать мои косточки? Ваши? Да. Прошу. Доктор, не вижу носилок. Прошу. А ну, прошу минуточку. Так, так, давай. Нет, вы садитесь. Это пожалуйста. Да, садитесь. Так, вот, все против меня. Ну. Ну. Так, так. Есть. Сдаюсь. Хорошо, что вовремя сдались. А то всю команду мог оставить без музыки, а? Ничего, ничего, старшина. До свадьбы заживет. Кто же? Вы что-нибудь понимаете? Скажите, пожалуйста, зачем мы уехали из Ленинграда? Вы о чем, молодой человек? Нам обещали Стрекорова, а держат нас внутри лодки, а в консервной банке. Летим, как угорелые, неизвестно куда. Да, действительно, как в банке, как бычков в томате. А у меня тоже, понимаете, планы, мечты. Планы, мечты. Ну как можно сравнивать? Ваши рельефы и течения никуда не денутся. А таинственные обитатели океана не будут следовать за лодкой и дожидаться, когда мне разрешат познакомиться с ними. Вы куда, капитан? Нет уж, позвольте, молодой человек. Опять молодой человек? Простите. В таком состоянии вам с капитаном разговаривать нельзя. Поговорю я. Нет, теперь поговорю я. Ну, позвольте. Зачем нужно было мне въезжать в научную экспедицию? Почему вы держите мою замечательную батисферу на приколе? Два стакана чаю. Есть. Так больше не может продолжаться. Успокойтесь, успокойтесь, дорогой профессор. Прошу вас. Арсен Давидович. Я прекрасно понимаю ваши чувства. И в дальнейшем... Почему дальнейшее? Почему? Извините. Прошу немедленно высадить меня на берег. Я не могу так. До ближайшего берега 2000 миль. А я со скоростью самолета спешу на место гибели Арктики. И, может быть, спасу людей. Людей? А почему я об этом ничего не знал? Для пользы дела, дорогой коллега, не все все должны знать. Вы меня понимаете? Извините, пожалуйста. Располагайте мной, как вам угодно. Прежде всего, прошу вас выпить стакан чаю.
Поверхность человеческого тела, вам это, конечно, известно, в среднем равняется 20 тысячам квадратных сантиметров. Таким образом, давление воды на все тело человека, ну, на глубине, скажем, 100 метров, достигает 200 тонн, а на глубине в 5000 метров это давление равно уже 10 тысячам тонн. Это на 1 сантиметр тела полтонны. И все-таки вот в этих скафандрах последней конструкции, в которых, кстати, водолаз может передвигаться со скоростью, превышающей скорость любой рыбы, даже на глубине в несколько тысяч метров человек остается цел и невредим. Крепко. А? Это, товарищи, победа наших ученых-металлургов. Кроме того, был найден способ делать небольшие пластины из этого металла гибкими. Эти пластины помещаются на плечах, в локтях, в пояснице. Одного не могу понять. Как это наши водолази в таком скафандре будут плавать быстрее рыбы? Внимание! Товарищу Дружинину явиться к командиру корабля. Повторяю. Товарищу Дружинину немедленно явиться к командиру корабля. Товарищ Горелов. Да. Расскажите вкратце об устройстве скафандра. Хорошо. А меня, товарищи, прошу извинить. Будьте любезны ответить, как это наши водолазы в таком скафандре будут плавать быстрее рыбы? Наш новый водолазный скафандр представляет собой подводный корабль в миниатюре. На спине скафандра смонтирован миниатюрный реактивный двигатель, но достаточно мощный для передвижения наших водолазов. Принцип действий точно такой же, как у наших современных судов. Ниже размещен источник питания, крохотная электростанция постоянного тока. Она питает водометный двигатель и локтевые пилы. Дальше. Здесь размещено управление скоростью, акустической связью и надводной радиосвязью. Стекло на шлеме не уступает в прочности металлу. На шлеме под прожектором находится автоматическая фотокамера. Арсен Давидович, смотрите, кит! Кашалот! Нет, это полосатик. Кашалот! Это видно по его повадкам. Как он мог попасть в эти широты? Они прекрасно себя чувствуют в любых широтах, исключая Заполярье. Какой великолепный экземпляр! Вот бы вам его в аквариум, а? Как он странно себя ведет? Командир, невероятных размеров кашалот за гарпуны с смельчаками. Вижу, вижу. Но эти смельчаки находятся на невероятно малом суденушке. Да, туго им приходится. Смотрите, что он с ними делает. Thank you.
топки котлов залила вода. Теперь они совершенно беспомощны. Неужели они погибнут на наших глазах? Как же им помочь? Всплывать мы не можем. Дежурным акустика. Акустик, ультразвуковой излучатель изготовить. Цель прямо по носу, кашалот. Дистанция 50 кабельтовых. Есть. Пусть эта добыча вознаградит смельчаков. Звуковой излучатель изготовлен. Дистанция 45 кабельтовых. Дать луч. Есть луч. На полную мощность. Цель кашалот. Вы сыграли в жизни этих смелых людей роль провидения. Горжусь, Арсен Давидович. Дружинин, запишите в журнал. Есть. Подумайте сами. Поверхность всех материков составляет только 29% всей площади земного шара. А 71%, то есть более 2/3 его, покрыты морями и океанами. Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, а вот могли бы вы определить по одному только подводному рельефу, в каком океане вы находитесь? Задача, конечно, трудная, но вполне выполнимая. Исследовав грунт, произведя химический анализ воды, проследив подводные течения, я бы определил не только океан, но даже и его район. Ага. Благодарю вас. Говорит дежурный по кораблю. Инженеру-механику Горелову явиться в центральный пост. Извините, Андрей Николаевич. Простите, профессор, скажите, пожалуйста, а более точно ориентироваться под водой можно? Поясните вашу мысль. Ну, могли бы вы, например, профессор, по рельефу дна определить широту и долготу, на которой вы находитесь? Нет, молодой человек, пока это невозможно. Значит, понятно, понятно. Говорит дежурный по кораблю. Команде занять места по расписанию. Повторяю, команде занять места по расписанию. Извините, профессор, служба. Товарищ командир, айсберг? Да, айсберг. Странное дело. Май месяц, в этих широтах уже зима, и вдруг айсберг. Этот вопрос будет решать океанограф, это по его части. А нам надо думать, как сохранить курс. По курсу все время небольшая глубина. Они могут висеть над самым дном. Товарищ капитан первого ранга, справа по борту айсберг. Товарищ командир, слева по борту айсберги. Товарищ командир, прямо по носу группа айсбергов. Товарищ командир, говорит штурман, мы в районе гибели Арктики. Положение серьезное, товарищ командир. Курс придется все-таки изменить. Нет, курс менять не будем. Малый вперед. При других обстоятельствах, Петр Мартынович, вы были бы правы. Но сейчас нам дорога каждая минута. Центральный пост.
Право на борт. Одерживай. Так держать. Самый малый. Товарищ командир, во втором отсеке повреждений нет. Товарищ командир, в носовом отсеке двое легко раненых. Микрофон. Товарищ микрофон. Командир, в седьмом отсеке двое раненых. Внимание! Говорит командир корабля. Команде занять место по аварийной тревоге. Врача в седьмой отсек. Стоп! Машины! Центральный пост! Стоп, машины! Назад тоже нет хода. Мы в ледяном плену. Будем дрейфовать, пока не изменится ветер или течение, и айсберги не выпустят нас на свободу. А сколько ждать? Акустики. Измерить толщину подводной части айсберга по курсу корабля. Будем пробиваться сквозь толщу льда? Другого выхода нет. Товарищ командир, толщина льда по курсу 810 метров. Акустики, включить носовую термическую полосу. Центральный пост, самый малый, вперед. Прибавьте накал. Средний вперед.
двигаемся, товарищ командир. Прибавить накал. Центральный пост. Средний вперед. Что это, товарищ командир? Пар, пар. Он не успевает превращаться в воду и прорывается между корпусом лодки и льдом. Полный накал! Прошли 57 метров. Самый полный вперед! Сейчас приближу этот район. Шлюпка. Товарищ Дружинин, примите шлюпку. Есть. Центральный пост. Курс Норд-Ост. Скорость 45 узлов. Плытие. Второго ранга. Это шлюпка теплохода «Арктика». В океане. Павлик. Павлик. Сын капитана Арктики. Павлик, посмотри на меня. Ты узнаешь меня? Шлюпку нашли, значит, Арктика под нами. Ну что, Петр Матвеевич? Ничего, товарищ командир. Спустились 10 миль по ветру, горизонт чист. Может быть, пойдем на погружение? Нет, нет, будем искать людей. Центральный пост, курс Юйт-Вест, самый полный. Скажи на милость, Павлик, а? Ну что ж, хоть одного нашли. Береза, эх ты моя.
моя березенька, что ж ты грустно так стоишь? Зеленой своей кудрявой. А, олешки бегут, бегут, якуток к счастью везут. Вы меня извините, земляк? Ничего. Что я так поздно? Ничего, голубчик. А то я здесь в тоске пребываю, один, совсем один. Очень хорошо, Матвей Петрович, что нарушили мое одиночество. А то я тут совсем... Да что с вами, голубчик? Уж не захворали ли вы? Да на вас лица нет. Нет, я не болен. А что такое? Я двое суток не спал. Понимаете, не сомкнул глаз. А, так бессонница замучила. Бессонницей страдаете. Ну ничего, ничего, это мы сейчас в два счета вылечим. Оп! Фух. Умбасмили, гулитоли, гулитоли, все. А, вуаля! Вот выпейте, Любашек, сибирской настоечки, а потом бай-бай, домой, в постельку. Вы меня не поняли. Я не могу идти домой. Меня должны арестовать. Арестовать? Нет, вы шутите. Да, меня хотят арестовать. И вы должны меня спасти. Я? У вас нет другого выхода. Если меня арестуют, то вслед за мной арестуют и вашу дочь. Да что вы? Как вы смеете? Спокойно, Иван Николаевич. Не бойтесь. Стрелять не буду. Но это подействует на вас не хуже пули. Ваша дочь 2 года была за границей. Да, она работала в советском посольстве врачом. Но какое это имеет отношение? Прямое. Ваша дочь... Врач быстрых предатель. Это ложь. Не верите? Тогда полюбуйтесь на эту фотографию. Вот так лучше. Так что же вы... От меня хотите? Мне необходимо отдохнуть. Оставьте меня здесь, в вашем музее, до утра. Это все? Нет. Отправляйтесь на вокзал и купите мне билет на поезд Ленинград-Рига. Вот деньги. Идите. Вы куда? Вы же просили меня купить вам билет. Только не вздумайте хитрить. Вместе со мной погибнет и ваша дочь. Потом я обещал ему купить билет до Риги. Но ему не убежать. Я его запер. На окнах решетки, а замок ему не сломать. Алексей Николаевич, да? Займись этой фотографией повнимательнее. Пожалуйста. Ну, с фотографией мы сейчас все выясним. А вот что нам делать с вашим гостем? Так вы его арестуете? Как вы с ним познакомились? Он приходил ко мне в музей, приносил экспонаты. Потом он выдавал себя за моего земляка. Нашлись общие интересы. Ну, что вы, катишь? Вы успокойтесь, успокойтесь, Иван Николаевич. Это я так, для того, чтобы уточнить. Очевидно, Ивашов знал место работы вашей дочери. Для этого и дружбу с вами завел. Составлено из 2 снимков. Прошу вас, Иван Николаевич. Этого и следовало ожидать.
земляк, я достал билет на сегодняшний поезд. Земляк! Достали билет? Да-да, достал. Давайте. Береженого Бог бережет. Да-да. Давайте билет. Вот. Ради дочки. Ага. И фотографию. Ту, заграничную. А теперь раздевайтесь. Ради дочки. Виктория? Да? Вам телеграмма. Распишитесь. Из Ленинграда? Днями прибудет брат. Встречай, Анна. Анна. Я боюсь. Думала, забыли обо мне. Сошел на станции Пионерская. Пассажира не встретил. Понятно. Есть следовать по месту назначения. Разрешите? Нельзя, нельзя, товарищ Скворешин. Слушайте, доктор. Не пущу. Ну, я слово даю, я с ним разговаривать не стану. Передам витамины, все. Нет. Ну, доктор, я вас как человека прошу, поймите, мне же... Нельзя, вы понимаете? Отставить, старшина! В чем дело, доктор? Я не пускаю к Павлику старшину Скворешню. Понимаете, мальчик еще очень слаб. Товарищ капитан первого ранга. Выполняйте указания врача. Ну, а меня вы тоже не пропустите? Пожалуйста. Дядя Коля! О, да ты у меня герой! Голова больше не болит? Нет. Да-да, садись. Расскажи мне, как ты попал в шлюпку? Ну, я часто забирался в шлюпку. И вдруг крик. Человек за бортом! Человек за бортом! Только я хотел выпрыгнуть из шлюпки. Она стала опускаться вниз, и туда стали прыгать матросы. А потом налетела буря. Вода поднялась, как целый дом. И все? Да. А что с моим папой? Его спасли дядя Коля. Надо надеяться, Павлик, что его тоже подобрали. Может быть, его подобрал этот катер? Какой катер? Маленький, совсем маленький. Он еще прошел сбоку от нас. Когда я был в шлюпке. Только я никак не могу припомнить, какой на нем был номер. Голова даже заболела. Но я вспомню. Обязательно вспомню. И скажу сразу же старшине Скворешне. А почему Скворешне? Он меня просил об этом. Дядя Коля, запросите по радио. Что с моим папой? Запрошу, Павлик, запрошу. Обязательно запрошу. Ольга Ивановна, переведите Павлика в мою каюту. Ты согласен, Павлик?
Да. Ну вот и хорошо. Так надо. Там ему будет спокойней. Хорошо. О, приятно видеть симпатичное женское лицо на корабле. Сюда посторонним входом запрещен. Я знаю, знаю, знаю. Извиняюсь, скажите, эта лампа исправна, а? О, Козловский. Исправно. Спасибо за помощь. Будьте здоровы. Минутку. Да. Откуда у вас лампы для передатчика? Законный вопрос. Абсолютно случайно. Да, кстати, вы слышали, как я пою? Нет. Ну что же, приходите в кубрик послушать. Будьте здоровы. Герой, ты что же, сбежал от врача и разгуливаешь по кораблю? Нет, я больше там не живу. А где ж ты живешь? У капитана. А ты случайно не сочиняешь? Нет. О, в каюту капитана редко кто заходит. А? Ну, брат, да ты становишься фигурой на корабле. В таком случае прошу оказать и мне честь. Читать умеешь? Да. Читай. Каюта инженера-механика Горелова. Молодец. Прошу. Так вот хорошо. Как дома на земле? Значит, нравится тебе наша лодка? Я ее почти не видел. Положим, видел ты много, но у тебя еще нет нашего морского глаза. Вот моряку достаточно одного взгляда, чтобы сразу и навсегда запомнить каждый предмет. Ну и я так могу. Ну ты только не хвастай, не хвастай. А мы сейчас попробуем. Пожалуйста. Сколько, по-твоему, в коридоре было дверей, по которым ты только что сейчас прошел? 8, нет, 9. 11 дверей. Ну, пошли дальше. Пошли. А сколько в медицинском шкафчике возле твоей постели в госпитале было всяких инструментов? М? А я и не заметил. А еще моряком хочешь быть? Центральный пост. Принять управление. Да-да, я вас слушаю. Может быть, все это глупо. Но я все же расскажу. Ну-ну. Старшина Скворечня принес ко мне специальную радиолампу и просил проверить, как она работает. А что ж тут особенного? Такая лампа для всего годится. В особенности для портативных передатчиков. Вот оно что, старшина. Засекай время. Мне нужно только 3 секунды. Держи. Начали? Все. Перочинный нож, зажигалка, ключи от стола, моя фотография, ручка, будильник, записная книжка и, постой, постой, маленькая гайка. Вот здорово! Вуаля! Ну, что скажет почтеннейшая публика? М? Как же это делается? Моряк Павлик должен быть очень внимательным. Вот чтобы тебе не пришлось увидеть, ты должен сразу же запомнить. Увидишь, закрой глаза и мысленно повтори все, что ты успел запомнить. А открыв глаза, проверь, что удержалось у тебя в памяти. А то вот идешь ты с нами в поход, а когда вернешься домой, спросят тебя товарищи по школе: а ну, Павлик, расскажи, что ты видел на лодке на дне океана. А что ты можешь им рассказать? Ничего, все забыл. Я буду стараться запоминать. Ну, только ты не хвастай, не хвастай. Честное слово, вот сами увидите. Только можно я буду приходить к вам почаще? Некогда мне, Павлик. Ну, так и быть, приходи в свободное время. Будем с тобой в эту самую запоминайку играть. Да-да. Павлик. Я тебя... Здравствуйте. Я тебя по всем каютам ищу. Некогда мне, Ольга Ивановна.
Я за. Обедать пора. Ну иди, иди, иди. Занятой человек. А что это у тебя? Это я. В день окончания училища похож? Похож. Только вот ваши усики мне кого-то напоминают. Не помню, кого. Может быть, Чарли Чаплин? Усы и очки Ольги Ивановны всегда кого-нибудь напоминают. Да, это верно. Пойдем, Павлик. Я завтра к вам приду? Обязательно. Только у врача разрешение спроси. До свидания. До свидания. Усы и очки Ольги Ивановны всегда кого-нибудь напоминают. Я не пропускала ни одного его выступления. А потом, в 41-м году, узнаю, что он на репетиции разбился. Да, у отца в музее хранится афиша этого аттракциона и газета с некрологом и портретом. А какое же отношение имеет механик Горелов к этому покойнику? Тот цирковой артист и инженер Горелов одно и то же лицо. Так вы говорите, что у вашего отца хранится некролог и афиша этого артиста? Да. Вы извините, что я побеспокоил вас в неурочное время. Ну что вы, пожалуйста, такое дело. Прошу. Вот то, о чем говорила Воронцову моя дочь. Вот. Лоппинг. Мертвая петля. Эту афишу я выпросил у Горелова после поездки его в Германию. Континенталь. Да. А вы не скажете, в каком году состоялась эта гастроль? Нет. Ах, вот и дата. 17 сентября 1938 года. Любопытнейший был аттракцион. Сенсация. Внешне эффектно. А после двухдневной тренировки любой артист мог исполнить эту мертвую петлю. Почему? А математический расчет. А разве артист Горелов был математиком? До работы в цирке он учился в каком-то техническом институте, а потом бросил. А этот снаряд рассчитал ему его брат. По всему, видать, был талантливый инженер. Странно. Вы говорите, что любой артист в течение двух репетиций мог бы исполнить этот номер. Да. Почему же тогда разбился артист Горелов? По сей день понять не могу. Во время репетиции несчастный случай. А в цирке всякое бывает. Вы разрешите мне взять с собой эту афишу? На время. И некролог. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот. Благодарю вас. Чем еще могу быть полезен? Достаточно. Спасибо. А теплохода все-таки нет. Найдем, Андрей Николаевич. Не имеем права не найти. Товарищ командир, спустился до грунта, глубина 3500 метров, ничего нет. Раз его нет на такой глубине, будем искать в расщелинах подводного хребта. Центральный пост. Глубина 300 метров, курс 185, скорость 45 узлов. Товарищ командир, идем прямо на скалы. При такой скорости мы непременно врежемся в них. Я это учел. Скаловзрыватели ТОПС!
500 метров. 600. 500 метров. Малый вперед. Взрыватели. Пионер. Красиво прошли. Что это? Арктика. Пока это только потонувший корабль. Арктика. Да. Вот теперь это действительно Арктика. Стоп, машины! Товарищ Дружинин, пошлите водолазов на корабль. Есть! Говорит центральный код. Включаю микроэкран. Но почему так исковеркано дно океана? Странно. Можно было бы предположить вулканическое извержение. Но нигде никаких следов лавы. Странно, очень странно. Николай Борисович, возьмите пробу грунта. Я уже дал распоряжение водолазам взять пробу грунта и корпуса корабля. Здесь, несомненно, диверсия. Диверсия? Да, дорогие коллеги, гуманные цели нашей экспедиции – спасение людей, выяснение причин катастроф и ваши научные работы проходят в обстановке исключительно напряженной. А что вы имеете в виду? Может так случиться, что мы не успеем выяснить тайну? Как мы подвергнемся той же участи? Это не исключено. Повторяю, команде занять места по расписанию. Павлик! Я здесь, Арсен Давидович. Кто тебя разрешил? Ты там трогал что-нибудь? Нет. Не беспокойся, Арсен Давидович, я в технике разбираюсь. Простите, на сколько мест рассчитана эта комфортабельная батисфера? Одно место, а второе на случай необходимости оказания помощи в океане. Арсен Давидович, ну я вас очень прошу, возьмите меня с собой. Это исключено. Приходи, приходи с батисферы. Ты расстанул, дитя мое, и хватит. Не беспокойся, Арсен Давидович, мы вот оставим вот эту вот записочку. И Ольга Ивановна не будет волноваться. Ушел в океан помогать Арсену Давидовичу. Вернусь ко второму завтраку, Павлик. Хорошо? Нет, так нельзя себя вести на лодке. Если об этом узнает капитан, нам будет худо. Ну, я тебе обещаю молчать. Я тоже буду нем, как рыба. Будущий ихтиолог. Они знают, что рыбе говорят. Говорят? Говорят. Ну, иди к себе. А я тебе обещаю, редчайший экземпляр глубоководной рыбы. Вопросов нет? Простите, а чтобы быть ихтиологом, обязательно надо носить бороду? Нет, кому как идет. Вот, например, мне идет борода, нет, Павлик, а? Да, но я никогда не буду носить бороду. Миндрат на хэте трикваво. Да в кархели та нам кваво, калоше ни си хважули, сада савел тан сам кваво, о, вряни на ранали. Центральный пост. Батисфера готова к спуску в океан. Хорошо, Арсен Давыдович, не волнуйтесь, выпущу вслед за водолазом. Thank you.
А что это у вас такое? Это? Да. Это электромеханическая пила, Павлик. Вот этой пилой мы запросто режем металл под водой. И кита тоже можно разрезать? Ну, в самом лучшем виде, как в мясокомбинате. А как вы под водой плаваете? Знаешь, Павлик, сам удивляюсь. Знаешь что, стоит профессор, он наверняка знает. Пойди, спроси. Товарищ капитан второго ранга, первая группа водолазов к выходу готова. Приготовиться к выходу на дно океана. В первую очередь, в рифт. Специально за экспедицию назначен инженер-механик Горелов. Начинаем выход на дно океана. В первую очередь в лифте, вторая приготовится. Океаном еще подниматься целых 3 этажа. И в каждом ворота, как в шлюзе. А зачем же так? Можно как лифтом в доме. А давление воды огромное. Попробуй, сдержи-ка одними воротами. Раздавит, как не было. Товарищ капитан, я самый счастливый человек в мире. Если вы только видели, здесь целый сад из актиний прожорливых хищниц. Я сейчас их сфотографирую.
Морские рыбы, попугай. Самый настоящий морский попугай. Пожаловали ко мне в гости. Стревожилась, красавица? Нет, нет, ты от меня не уйдешь. Я тебя и на дне океана найду. Дорвался. Чего он носит? Встретились, красавицы. Куда? Куда вы? Одну минуточку. Попалась. Арсений Дмитриевич, говорит Воронцов, прошу вас, не забирайтесь слишком далеко. Не волнуйтесь, дорогой капитан. Все будет в порядке. Арсен Давидович, куда же вы? Профессор, вернитесь. Какой непослушный. Акустиком держать постоянную связь с фотосферой. Мою команду! Капитан! Капитан! Слушайте меня! Кальмар! Отвечайте! Ты что глаза закрываешь? Спать хочешь? Я просто. А кто будет завтракать? Я уже кушал. А второй завтрак? А ну, полный вперед! Есть второй завтрак! Выполнять! С берега ничего нет? Ничего нет, товарищ командир. Водолазами доставлена проба грунта и металл корпуса корабля. Товарищ Дружинин, вы кого назначили старшим водолазов? Инженер-механика Горелова, товарищ капитан первого ранга. Внимание! Говорит командир корабля. Всем водолазам немедленно вернуться на лодку. Товарищ командир, у них еще полчаса времени. Знаю. Скворечня. Товарищ капитан первого ранга, разрешите обратиться. Слушаю вас, товарищ Скворечня. Нахожусь вблизи радиорубки. Работы осталось минут на 15, не больше. Там могут быть данные о гибели теплохода. Прошу разрешить задержаться. А вы уложитесь в 15 минут? Товарищ капитан первого ранга, говорит инженер Горелов. Говорите, товарищ Горелов. Скворечня прав.
Разрешите нам вдвоем остаться. Тогда наверняка уложимся в 15 минут. Добро. Через 15 минут в 13.00 жду вас в 5 милях по курсу северо-восток. Центральный пост, курс юго-восток, скорость 50 узлов. Николай Борисович, вы сказали только что северо-восток. Так надо. Когда они запросят, мы сообщим им новое местонахождение корабля. По кораблю. Необходим наружный осмотр лодки. Добро. Товарищ Дружинин, немедленно ко мне. Дежурный, изготовить выходную камеру. Товарищ капитан, я очень беспокоюсь за людей. Мы были свидетелями необычайного природного явления. Посмотрите на эти цифры. Счетчик Гейгера зарегистрировал мощный поток подводной радиации. 5200. А насыщенность воды? Насыщенность огромная. И, по-моему, тут не обошлось без расщепления урана. А чем вы объясняете это явление? Где-то совсем рядом произошло подводное вулканическое извержение. Вулканическое извержение? А вы не скажете примерно, как далеко от нас эпицентр? Ну, километров 20-30, не больше. На северо-восток. Так. Благодарю вас, профессор. Товарищ Дружинин, пошлите группу водолазов осмотреть наружную часть лодки. Товарищ командир, разрешите лично руководить работой? Действуйте. Что вы делаете? Ведь люди подвергнутся радиации и погибнут от лучевой болезни. Идите, выполняйте. Дорогой коллега, вы совсем упустили из виду, что ведь лодка, батисфера и скафандры надежно защищены от подобных опасностей. Ну, а затем,
Что затем? Ну, а затем мне удалось ускользнуть из их рук. Каким образом? Расскажите. Когда я состарюсь и выйду в тираж, это будет самая увлекательная глава в книге моих мемуаров. А пока довольствуйтесь тем, что я здесь, и след мой потерян. А вы уверены в этом? Как в том, что я вас вижу, мадам Сидорина. Что же вам сейчас от меня нужно? О, совсем немного. В обмен на услугу, оказанную вашему шефу. И добавьте моему мужу. Я очень рад, что избавил вас от печальной вдовьей судьбы. Благодарю вас. Мои желания более чем скромны. Мне нужны новые документы. И, конечно... Деньги. Правильно. Войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, ничем не могу вам помочь. Все номера заняты. А, спасибо, я уже устроился. Я вас слушаю. Прошу вас, московский казбек, курите. Пожалуйста. Не курю. Папиросы. Вы хотите сказать, что вы курите только сигареты? Ну, простите, пожалуйста. Друг мой, тоже москвич, он сюда приехал. Музыкант Ивашов. Скажите, он случайно не у вас остановился? Нет. Не помню. Возможно, не в мое... Сядьте! Боже мой, кто этот человек? Сядьте! Как он сюда попал? Резонный вопрос. И вы мне на это... Скажите только одно. Попала я в этого негодяя? А вам очень хотелось в него попасть? Ну как там? Обыкновенный нокаут. Простите. Этот район вы узнаете? Нет, товарищ командир. Это то самое место, где мы должны были находиться, если шли курсом северо-восток. Бомбежка. Так вот, почему вы изменили курс. Значит, вы знали? Не знал, но предполагал. И, как видите, не без оснований. Куда же пропали люди? Посмотрим поверхность. Что-то блеснуло. Приблизьте этот район. Водолаз. Водолаз? Надо немедленно всплывать. Ни в коем случае. Пост! Дежурный! Справа по курсовому углу 30 наш человек. Пошлите людей для его спасения. Людям на поверхность не показываться. Выполняйте. А почему он на поверхности? Или он контужен, или...
Дайте небо. Вертолет. Значит, недаром я. Взял я судовой журнал и пополз обратно. Думаю, сейчас сообщу, что скворечник пропал. Только выбрался на верхнюю палубу. Смотрю, что-то темнеет над головой, как ниточка. Подхожу ближе, а это провод. Думаю, откуда ему здесь быть? Оплываю Арктику со стороны. Успокойтесь. Нет. Вам нельзя волноваться. Нет, нет. Нет. Вы должны все знать. Я должен. Должен все сказать. Вижу, водолаз что-то передает по радио. Я бросаюсь к нему, но он вырывается из моих рук. Потом что-то на меня обрушивается. Это все. Все, все, что вы помните? Да. По-видимому, таинственный водолаз был никто другой, как Скворешня. Значит, взрыв вы помните? Да. Отчего же произошел взрыв? Не знаю. Ясно. Эту серию взрывов вызвал на нас Скворешня. Скворешня? Не может быть. Больше вы ничего не помните. Ничего не помнит. Как очутился наверху вертолет. Товарищ капитан первого ранга, водолазы прибыли. Ольга Ивановна, оставляю больного под вашу ответственность. В случае нужды, вызывайте меня немедленно. Хорошо. Сидите, сидите. Товарищ капитан первого ранга. Обыскали весь район. Никаких следов Скворешни. Батисфера тоже не обнаружена. Значит, погибли. Боцман, назначьте круглосуточный поиск. Есть. Надо найти людей во что бы то ни стало. Базов прав. Ах, Скворешня, Скворешня. Значит, это он. Он, он. Как был я сторожем при гостирке, то как сейчас помню, пришли они ночью вдвоем. Ну, а я маленечко хлебнул, ну, думаю, не мерещится ли у меня в глазах. Оба на одно лицо. Ну, а артист и говорит, пусти, мол, это брат мой, близнецы мы. Пришел и репетиции, вот, да? Вот, посмотреть. Ну, я и пропустил, оно вон как вышло. Ну, а дальше что было, дедушка? А дальше что же? Уволили меня, но пенсию оставили. Ну, а разве я знал, что он убьется? Бегу, один лежит, а другой плачет, надрывается.
Ну, спасибо, дедушка. Да. Спасибо. И после смерти своего брата, артиста Горелова, он стал какой-то странный, не похожий на себя. А в чем, собственно говоря, выражалась эта странность? Он перестал здороваться, не узнавал друзей. И вообще очень забывчивый стал. Угу. И не только я, но все сотрудники конструкторского бюро это заметили. Знаете, ему даже советовали полечиться. Угу, понятно, понятно. Ну, спасибо. До свидания. До свидания. Вам придется подождать в соседней комнате. Проводите. Я все время жила под страхом. Боялась правды. Я устала бояться. Я же стреляла во врага. Почему? Почему вы мне не верите? Почему? Сейчас вы узнаете, почему. Здравствуйте. Садитесь. Вам знакома эта женщина? Это администратор гостиницы. Говорят, она стреляла в меня, но не попала. А эти медяшки можете оставить себе на память. Спасибо. Кто муж Сидориной? По-моему, Сидориной гораздо легче ответить на этот вопрос. Значит, ваш муж не инженер, а артист ленинградского цирка? Ту ночь, когда вы так блистательно покончили все расчеты с жизнью, не этот ли господин был у вас в гостях? Не думаю, что, собираясь ко мне в гости, надо было облачаться во фрак. Я тоже этого не думаю. Тогда, может быть, он приходил к вам в черном клеенчатом плаще и шляпе? К сожалению, в ту ночь я был без памяти. Вам знаком этот предмет? Первый раз вижу. Перестаньте поясничать. Из всего того, что нам известно, с вашей помощью, можно заключить, что 28 июня 1941 года Николай пригласил Петра в цирк на репетицию. Ты меня пойми, Петр. Публика уже привыкла к этому прыжку. Нужно усложнить трюк. А такому инженеру, как ты, пара пустяков. Хотя работа у нас сейчас и по горло, но я охотно помогу тебе. Вот если бы у тебя была какая-нибудь мысль, за которую можно было бы ухватиться, тогда все ускорилось. Есть такая мысль? Ну, давай, морячок, веры помалу. Давай. Хорошо. Хорошо. Герой, брат. Ну, смелее. Смелее. За тобой не угонишься. Молодец. Смотри, если продлить шоу, еще надо бы завитка от той секции, видишь? А если ты говоришь на черт?
убил его там и, воспользовавшись своим сходством, на помощь. Помогите! Занял место Петра в конструкторском бюро. А убитого инженера похоронили как артиста в ваше отсутствие. Подлец! Жаль, что я не убила вас. Тупица, я впервые слышу эту историю. Зачем же оскорблять друг друга? Это только предположение товарища полковника. И вы их полностью подтвердили. Со мной вам подобный трюк не удастся. От меня вы больше ничего не узнаете. А в этом нет необходимости. Мы могли бы арестовать вас при переходе границы, но решили оставить на свободе. И, как видите, не напрасно. В этой папке хранятся подробные записи всей вашей шпионской деятельности, капитан. Назвать фамилию? Не надо. Уведите арестованных. Ну, теперь распутан весь клубок. Итак, Николай Горелов проник на подводную лодку «Пионер». Теперь уже выполняя задание нового своего хозяина, заинтересованного в новой войне. Наша задача – срочно обезвредить Горелова. Передайте шифровку на подводную лодку «Пионер». Слушаю, товарищ полковник. Диаграмма. Сообщают, что с Виктуара спаслось 3 человека. Они показали, что перед самым взрывом перед их теплоходом прошел катер. Без людей, без наименования, под номером 17. Посмотрим, что говорит Арктика. -15 градусов 05 минут. Минуточку. Равняемся небольшим катером. На палубе ни одного матроса. Катер без наименования под номером 17. И тут и там катера под номером 17, и после этого смерть. Прямо легенда о летучем голландце. 2 различных океана и одно и то же время гибели. Тайна 2 океанов. 2 теплохода, 2 различных океана и один и тот же роковой конец. И любопытное совпадение. Вот посмотрите. Здесь погиб теплоход «Виктуар», и совсем близко от этого места какие-то необитаемые острова. А вот это место гибели Арктики, и рядом тоже какой-то остров. Это Батуи. Когда-то на нем жили идолопоклонники. Но вот более 100 лет этот остров неудержимо погружается в океан. И сейчас утверждают, что он необитаем. Необитаем ли? А вот это и надлежит нам выяснить. Открыв тайну Атлантического океана, мы узнаем и тайну Тихого. Стол, 2 кресла, кровать, книжный шкаф, всего книг 46, из них 12 маленьких, в углу под занавеской карта. Молодец, Павлик, ну, с крупными предметами ты справляешься неплохо. Так ты говоришь, значит, там шкаф, карта, 2 кресла, а вот, например, карту. Нарисовать на память. Не сможешь? Как не смогу? Нет. Хм. А ну, попробуй. Вот тебе карандаш. Пожалуйста. Вот. Что-то непонятно, Павлик. Какие-то каракули. И совсем это не каракули, а линия такая. Она еще... На карте красным карандашом было отмечено. Ну а где кончается вот эта красная линия? У тебя под носом, что ли? Забыл. И ничего не забыл. Она кончается, не доходя до кружочка, который нарисован на карте черным карандашом. Вот видишь, как ты еще невнимателен. А что написано в кружочке, так и не помнишь.
Как не помню? Ну. Помню. Батуй. Батуй там. Молодец. Молодец, Юнга. Ну, а какое расстояние вот от конца красной линии до кружочка? Вот такое. Сантиметра 2-3. Да. Ну что ж, молодец. Я вижу, мои уроки не пропали даром. Прошу, любую половину. Спасибо. Ну, а теперь иди. Ну, спать пора, да и мне надо отдохнуть. Ну, иди, иди. Справа по борту батисфера. Батисфера! Арсен Давыдович, ну где вы пропадали? Вас же просили не увлекаться расстоянием. Кальмар, с которым я встретился, был настроен весьма агрессивно. Ну почему вы молчали? Первое, что он сделал, нарушил мне связь. Ну хорошо, ну сами-то вы живы, здоровы. Я жив, здоров, как бык. Ну я его сфотографировал. Ну как ребенок? Если бы вы знали, как мне влетело от капитана за вас. Вы понимаете, мне нужно срочно видеть капитана. Я вам за капитана. Нет, вы не волнуйтесь. Понимаете, что вот я, вот мы, вот... Ему нужно видеть капитана. Кому ему? Мне. Мне нужен капитан. А, старшина? А, старшина Скворешня. Да, старшина. Очень хорошо, что вы вернулись. Вы арестованы. Так, ясно. Мне нужен капитан. Руки! Руки! Командирский пост, срочно! Профессор, обыщите его. Обыщите. Кого? Меня. Скорее, профессор. Право, в правом кармане. Осторожнее, он заряжен. Заряжен? Скорей. Спокойно. Пошли. Спокойно, спокойно. Скорее идем. Успеете. Не торопитесь. Возьмите это. Войдите. Товарищ командир. Скворешня. Живой. Живой, товарищ капитан. Здравствуйте. Я так боялся, что вы погибли. Товарищ командир, я могу быть свободен. Свободный, Петр Владимирович. Ну, что случилось? Долго рассказывать. Горелов враг. Где он? В госпитале. Он контужен. Но он же может уйти. Не уйдет. Дежурный, прекратить выход в океан. Без моего разрешения из лодки никого не выпускать. Есть хотите? Очень. Опытами мне удалось установить действие радиоактивных излучений на месте взрыва Арктики. Я начал наблюдать. Вскоре нашел у него радиолампу. Это мне известно, как у него очутился журнал. Когда вы разрешили нам задержаться на 15 минут, я взял этот журнал в сейфе Арктики.
решил вернуться на лодку. У затонувшего теплохода встретил Горелого. Он морзировал наверх условные знаки. Началась драка. Потом был взрыв, дальше ничего не помню. Очнулся в батисфере. На париоле не повредит. Да. Вот вручаю, Ольга Ивановна, адресованную вам записку. И прошу, друзья, чтобы эта позорная страница из жизни Юнги осталась между нами. Позорная? Это еще неизвестно. Вот если бы вы меня взяли, мы бы этого кальмара наверняка прихватили бы. Вернее, он прихватил бы вас обоих. Он мог скушать профессора и закусить тобой. Профессор, но как же вы спаслись? Где вы обнаружили скворечник? Извините, друзья, но я это должен рассказать лично командиру. И кое в чем с ним разобраться. Командир сейчас занят. А мы умираем от любопытства. Профессор. Я очнулся от страшного сотрясения и услышал раскаты подводных взрывов. Мою батисферу, потерявшую управление, центральный пост! Центральный пост! Вы слышите меня? Скворечник пришел в себя и все мне рассказал. Я не мог ему не поверить. А теперь извините, ничего не понимаю. Один говорит, доставите капитану, другой его арестовывает. Что происходит на нашей лодке? Скажите, пожалуйста, кого я спас? Дорогой профессор, вы совершили патриотический поступок. Прошу познакомиться. Майор государственной безопасности Андрей Скворечник. Спасибо, профессор. Возьмите, пожалуйста. А как работает заслон? Хорошо. Мне нужно выйти в океан для проверки выхлопных труб. Приказ командира всем быть на лодке. Точно. Приказы надо выполнять. Откройте батисферу. Для проверки. Есть открыть для проверки. Thank you.
Что такое? Что случилось? Что такое? Арсен Данилович, профессор, на ваше попечение. Хорошо. Товарищ капитан! Товарищ капитан второго ранга, будьте с Верой Бахтиной без сознания. Товарищ капитан, это как дух, проверьте, рычаг, рычаг. Товарищ капитан, что случилось? Лифт выведен из строя. Минерам осмотреть выходной канал и люк. Электрикам немедленно приступить к ремонту лифта. Есть. Товарищ капитан, другой выход есть? Только через аварийную бытосферу. Слишком медленно. Я должен взять его в воде, на острове он уйдет. К сожалению, другого выхода нет. Приготовить бытосферу! Ушел. Товарищ капитан, может быть, полный вперед? Это невозможно. Мы находимся в районе гибели теплоходов. Идти к острову значит рисковать кораблем. А я не могу упустить Горелого. Так что же вы предлагаете? Товарищ капитан, разрешите выброситься через скалозрывательный аппарат. Вы с ума сошли? Это же... Товарищ капитан, разрешите. Одевайте скафандр. Есть. Умрешь, не уйдешь. Приготовьте авторазведчик. Есть. Павлик. Готов, товарищ капитан. Ну что ж, главное, держите связь. Если Горелов будет марзировать, запеленгуем, сообщим вам точные координаты. Товарищ капитан, меня беспокоит... Судьба пионера. Да, Горелов мог заминировать лодку. Не беспокойтесь, об этом мы позаботимся сами. Вопросы есть? Все. Ну, желаю удачи. Излишне не рискуйте. Постараюсь, товарищ капитан. Шлем? Есть шлем. Аппарат? Есть аппарат. Товарищ капитан, аппарат готов. Добро. Закрыть. Есть. Аппарат к выстрелу изготовить. Есть, изготовить. Аппарат к выстрелу ТОПС. Есть, ТОПС. Товарищи матросы и офицеры, на нашем корабле орудовал враг. Перед побегом он мог заминировать лодку. Боцман Гаврилов с группой матросов обследовать носовые отсеки. Есть. Товарищ Дружинин. Вы начнете с кормы. Есть. Обследовать каждый отсек, каждый сантиметр корабельной площади. Выполняйте. Со мной. Со мной. Радистам и акустикам держать непрерывную связь со старшиной Скворешней и перинговать все передачи. Разрешите обратиться, товарищ капитан. Говорите. Кто же враг? Инженер Горелов. Выполняйте. Ты что здесь делаешь, Павлик? Я... Он обманул. Постой, постой, постой. При чем здесь ты? Как обманул? Теперь я знаю, зачем ему нужна была карта. Какая карта? Наша, из каюты. Ты отнес ему мою карту? Нет, нет. Я только нарисовал на бумажке, вот. Ах, Павлик, Павлик. Зачем же ты это сделал? Дядя Коля, я же не знал, что он предатель. Он игру такую придумал. Вот я закрою глаза. Будильника нет. Тут был будильник. И альбом тоже исчез. Дядя Коля! Товарищ капитан первого ранга, кормовые отсеки осмотрены, ничего не обнаружено.
Добро. Ждите распоряжений. Товарищ командир, обыскали весь корабль, вплоть до лишних вещей экипажа. Ничего не обнаружено. Что ваше... Из каюты Горелого исчез будильник. Ложусь на грунт, выключаю машины. Ищите звукоуловителем. Есть. Центральный пост. Срочное погружение. Ложусь на грунт. Все приборы, все машины остановлены. На лодке такая тишина, комара услышишь. А стрелка словно взбесилась. Зря не взбесится. Значит, причина есть. Ну да, есть. Только в чем? Где? Сразу не решишь, тут подумать надо. Конечно. А время, время у нас есть для этого? Тут того и гляди, на воздух слетим, а вы говорите, подумать надо. Нашел. Понял. Все понял. Товарищ командир, мы забыли о часах, которые имеются почти у всех членов экипажа. Пока они работают, никакой звукоуловитель не поможет. Вакуум. Вакуум. Соберите все часы, я спрячу их в вакуумную колбу. Внимание! Говорит командир Воронцов. Приказываю всем членам экипажа... Приказ командира корабля. Остановить все стенные часы, все будильники, все ручные карманные часы, принадлежащие лично членам экипажа, немедленно доставить в командирский пост. Пожалуйста. Благодарю. Абсолютная тишина установлена. Продолжайте поиск. Воронцов, идите на северо-запад. Мы запеленговали радиопередатчик. Идите на северо-запад. Есть.
15 градусов 45 минут восточной долготы. 42 градуса 37 минут 05 секунд северной широты. Повторяю. Повторяю координаты. Кобра, я Рафит. Я Рафит. Перехожу на прием. У входа мертвая петля. У входа мертвая петля. Прошу принять. Прошу принять. Пароль. 17. Товарищ капитан, Горелого я догнал. На лодку вернемся вместе. Добро, старшина, добро. Действуйте. Вынужден задержаться. Кажется, я могу проникнуть внутрь сооружения. Я должен попробовать это сделать. Действуйте. Есть. Агрегат. Здесь все автоматизировано. По-моему, этот агрегат энергетический. Вижу катер номер 17. Вернее, не катер, а торпеда. Пошел в камеру. Пошла вода. Второй катер. Николай Борисович, катера выходят на исходную позицию для атаки. Повторяю,
Катера готовятся к атаке. Так. Понятно. Немедленно возвращайтесь на корабль. Есть. Приготовиться к отражению торпедной атаки. Пароль. 17. Я обнаружен. Пробую выйти. Полный вперед! За вами торпеды! Давай, Дружинин, как примете скворечню, немедленно ко мне! Самый полный вперед! Товарищ командир, торпеды на расстоянии 1000 метров. Товарищ командир, Борисов доставил Горелого. Знаю. 800 метров. Торпеды стремительно приближаются. Знаю. 600 метров. Может быть, изменим курс? Бессмысленно, они магнитные. 400 метров. Столкновение неизбежно, товарищ командир. Все. Что будем делать? Защищаться. Что с вами? Этот мальчик никогда не забудет ваших уроков с тренировкой памяти. Никогда не забудет, как встретился лицом к лицу с врагом Родины. Теперь мы можем сказать всем, что тайны двух океанов для нас больше не существует.